Ну, в общем, может быть, это тоже новая реальность, но я, как психиатр, должен сказать, что эта новая реальность имеет свои крайне негативные последствия. Здесь вы видите драматический график. Это график корреляции между пребыванием в телефоне, в смартфоне и депрессией, и суицидальными намерениями. Если человек пребывает в телефоне больше 2,5 часов в сутки, здесь вы видите перелом графика, растет его депрессивность и суицидальные тенденции. Ну, надо сказать, что кто-то таким образом прячет свою депрессию в телефоне, но для многих это является способом ощутить собственную никчемность, бессмысленность собственного существования, сравнивая себя с этой жизнью, находящейся по той стороне экрана.